всякий случай, вдруг какой-нибудь мысль у нас будет. Значит, вот я template сделал. Template. Экран можно расширить? А я не расширил экран, я не прав. Вот, template. Я скачал их с сайта. Сайта со своего, конечно. Видели вы, да, все? Они лежат в курсе, там ссылки на эти. Значит, давайте мы репорт лаборатории перекинем сюда. Вам в каком редакторе предпочтительно смотреть? MC, Emacs или VS Code? Если ко мне вопрос, то VS Code. Давайте мы запишем. Я включил скринкаст моды, в которой помечаются все клавиши, которые я нажимаю на всякий случай. Давайте посмотрим, какие модули у нас по Markdown поставлены. Значит, у нас главный модуль Markdown All-in-One, которым я, честно сказать, не очень умею пользоваться. Я все-таки предпочитаю Emacs, но вот этот модуль. Потом Markdown Preview Enhanced. Он лучше делает превью, но превью он все равно делает через HTML, поэтому ну, можно представить. Markdown Lint, это для студентов я рекомендую, он просто показывает, что есть неправильного в Markdown'е. Ну, наверное, все остальное так мелочи. Значит, вот я нажимаю. Как видите, он значит, что мы можем сказать о Markdown'е? Markdown, как и все языки легковесной разметки, идут в комплекте с программой, которая умеет его обрабатывать. Ну, вот, скажем, TeX идет с программой LaTeX, ну, это понятно. ASCII-DOC идет с программой ASCII-DOC, реструктурирует текст со сфинксом. Извините, пожалуйста. Если мы рассматриваем Markdown сам по себе, он не очень фантастический язык. Мощь ему придает одна из программ, которая с ним работает, именно Pandoc. Вот связка Markdown и Pandoc – это, ну скажем, на бал меньше, чем LaTeX. По пятибалльной шкале. Значит, как у нас тут идет подключение? Мы вот рисунок у нас подключается, мы видим, да? Название рисунка, значит, восклицательный знак. И поскольку Markdown чувствителен к пробелам, пожалуйста, набирайте все без пробелов от начала строки. Видите, нет пробела. Markdown очень чувствителен к пробелам, это его недостаток. В некотором смысле. Дальше идет относительное имя рисунка с расширением. Тут с расширением. Дальше идет, видите, вот тут он и это не понимает, потому что вот это для Pandoc идет. Это ссылка на фигуру. Фиг 001. А вот тут вот рисунок, ссылка, фиг 001. А это ширина рисунка. Давайте посмотрим, как это можно откомпилировать. Тут у нас makefile. Значит,
У нас есть следующие фильтры, особо употребимые. Pandoc SiteProc – это библиографические ссылки. Он идет в комплекте с Пандоком, и сейчас в новой версии Пандока его нету, потому что он теперь не отдельный фильтр, а внутрь Пандока включен. Опция минус C большая. Отдельный фильтр, опять ссылки есть у нас, Pandoc CrossRef. Вот он для кросс ссылок. Вызов идет Pandoc, имя файла Markdown, фильтры. Тут у нас PDF Engine, ну, чтобы у нас нормально с Unicode работало. Ну, все, пожалуй, тут все достаточно понятно. Вот PDF Option Number Section, чтобы нумеровать их. Вы помните, если мы в строке запускаем без makefile, то он просто не отнумерует секции. Давайте сделаем make. Он нам сгенерит docx. Вот он. В docx у нас нумерация идет и ссылка, вот она, появилась ссылка. Еще раз посмотрим. Вот она. Значит, минус перед этим. Да, если мы минус уберем, тогда у нас будет написано fig. Точка, и номер. А минус убирает вот это вот название fig. Значит, и давайте посмотрим PDF. Вот list of tables. Опять же, мы можем отключить вот low float, это font size, ну, в общем, все настройки. Так. Видите, нумерация идет и рисунок, опять ссылка есть. Все, то есть вот таким вот образом. Он по умолчанию центрирует его, меня это вполне устраивает. Если нужно его двигать в бока, ну, наверное, есть такие опции, я как-то не интересовался. Почему у нас к рисунку идет по-английски? Потому что я не заточил. Надо заточить, да. Это моя вина, я это исправлю. Я, ну, грубо говоря, раньше работало нормально, а со сменой версии LaTeX он почему-то стал писать по-английски. Наверное, нужно явно загрузить пакет, чтобы он писал нормально. Это я исправлю. Это то же самое и со списком заголовок, да, к списку, да, и да, чего-то. Да, это таблица, вот, фигур. Да. Я думаю, это связано в основном... вы знаете, я думаю, это связано вот с этим. Мне нравится, как он делает. Давайте мы попробуем. Я закомментирую его. Это комментарий внутри YAML преамбулы. Давайте репорт сделаем, да? И перекомпилируем. Ну, просто посмотрим, как он будет выглядеть теперь. Нет, все равно фигуры. Это значит не от шаблона зависело, а вот именно где-то там проблемы. Это я исправлю, конечно. Но вот это недостаток, который проявился. Просто нужно его подточить. Это я сделаю, и в шаблон можно будет скачивать с новыми изменениями. Итак, правильно ли я понимаю, что без makefile, если просто пандоком гнать, то эти самые центрирования всякие, размеры рисунков не срабатывают?
Срабатывает. Что запускает Makefile? Еще раз. Смотрите, Pandoc. Вот давайте мы его откроем на новой вкладке. Вот Makefile, я пок... видно было, чтобы он открыт на вкладке. Давайте мы сделаем. Уберем и пишем Pandoc Report MD. Дальше. Какие у нас фильтры нам нужны? Давайте посмотрим. Нам нужны следующие фильтры. Перекрестные ссылки. То есть, если мы этот фильтр не включим, естественно, перекрестные ссылки генериться не будут. Ну, логично, да? Значит, что еще? Мы бы хотели, чтобы у нас нормальные... Он и без этого проработает, но, честно сказать, не очень красиво будет выглядеть. И хотим, чтобы нумеровались секции. То есть, как видите, все это вручную можно набрать. И чтобы вручную не набирать... Мы, естественно, помещаем все это в наш файл. Запускаем. И что мы видим? Все, как мы хотели. Вот так вот. Хорошо. Запись. То есть... Перекрестные ссылки работают, размер рисунка можно устанавливать произвольный. Если мы, ну вот давайте я покажу, что если бы мы не установили размер рисунка, что было бы. Ну просто вот мы уберем ширину его. Вот видите, рисунок на всю ширину растягивается. То есть даже если это большой рисунок, он подгоняется под ширину. То есть 70% это 0,7 текст виц. То есть понятно, да? То есть он от ширины текста. Ну вот, пожалуй, все. Останавливаю запись.